Мне кажется, закон об оскорблении чувств верующих, он фиксирует то, что Россия по-другому регулирует отношения между различными религиями, чем страны, предположим, Евросоюза. Евросоюз – это постхристианское, постмодернистское общество, которое стремится подавить любые проявления религии и даже запретить их, прежде всего запретить христианство. В этом смысле современный Евросоюз является антихристианским проектом. В России нет. В России, наоборот, после нескольких десятилетий коммунистического безбожья находят для себя христианцы православия опять. И мы очень уважаем в этой связи христианские и исламские ценности, и поэтому вот это уважение реализуется в том, что мы не позволяем их оскорблять, гнобить и забивать в землю христианцев, как это происходит в Евросоюзе. Кроме всего прочего, мы указываем нашим европейским друзьям, что если оскорблять верующих, это может привести к их радикализации. Мы не хотим никаких межрелигиозных столкновений, поэтому мы зародыши подавим любые попытки разжечь межрелигиозные столкновения.